Бобби, Бобби, Бобби. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Ты же крыса. Так? Коло, я этого не делал. Еще одно слово, и твой крысиный рот будет обгладывать твой маленький зубастый сородич. Даже если бы ты был ребенком, тебе бы это не сошло с рук. Ну ничего, раньше или позже ты научишься отвечать за свои поступки. Да? Это он это сделал? Ты уверен? Спасибо. Похоже, ты все-таки сказал нам правду. Тебя что, зачали в цирке, счастливчик? О, Господи, я так счастлив, что она позвонила. Я думал, что я уже покойник. Что-то вроде того, как в сериале «Оранжевый — это новый черный», когда, помнишь, ты уверен, что Пайпер вот-вот отомстит Алексу, а Алекс попадает в терягу, и опа, все начинается заново. Что ты только что сказал? Хэллоу, ты о чем? Ты не понимаешь? Ты не думаешь? Я имею в виду, ты мне, блин, выложил всю концовку, но ты даже не в курсе, где я сейчас, на каком сезоне, на каком эпизоде, Бобби. Ты же такой простой вопрос. О чем ты говоришь, я тебя не понимаю? Я был уверен, что Пайпер наконец сможет заступиться за себя. Я собирался посмотреть эту серию сегодня вечером за бокалом вина, с хорошим стейком, прости. А ты просто берешь и трепишь своим языком, так? Ты крыса. Я должен был это понять раньше. Толкнуть Бобби, спасти Бобби. Вы что, серьезно? Ваш любимый сериал настолько важен для вас, что вы готовы столкнуть человека, обмазанного медом, в яму, кишащую крысами, за то, что он не спросил, на каком эпизоде вы остановились? Плохая новость. Ваши моральные ценности под вопросом. Хорошая новость. Таких, как вы, много. Netflix. А теперь спасите Бобби.